что? Тонга ждет. Надеюсь, Миша китов не распугался. Перед погружением под воду хочется максимально быстро отстегнуть свою камеру. Например, находясь на лодке, снимая выпрыгивающих из воды китов. И вот сегодня мне задарили вот такую замечательную вещь. Ремешок от Peak Design. Отстегивается вот так вот. Одним движением здесь, вторым движением здесь. Ремешок. Мы имеем аквабокс. У меня есть аквабокс. И я даже не знаю, как можно раньше было жить без него. Я беру фотоаппарат вместе с застежками. Все, затем. Собран, включен. Хочется снова снимать выпрыгивающих из воды китов. Какая вкусная деревяшка, давай, грызи ее. Я беру ремешок и пристегиваю его снова сюда и сюда. Легким движением руки. Каждая веревочка выдерживает до 90 килограмм. Камеру можно не бояться уронить в воду. Самые смешные люди здесь – это японцы. Я заменил брязающие петли. Это же достали. Решили использовать мои длинные руки как селфи-палку. Но разбрелись по кадру в разные стороны. Димаш, ты, я твою желтую футболку пытаюсь поймать, а вижу только край. Красава, блю. Давай, давай, в центр композиции. Блю. Ну что, счастливые танганцы, счастливые прыгающие мачульские передают привет несчастным москвичам и жителям печальной страны, в которой мы все родились. Всем привет, всем пока, оставайтесь на связи. Йоу!